Тольяттинцы самых разных возрастов и профессий вошли в топ-100 агентства WorldSkills Россия по итогам 2020 года. Сейчас Самарская область входит в десятку самых сильных команд России. За победу в престижных профессиональных конкурсах боролись более 30 тысяч участников со всей страны. Спортсмены, повара, ремонтники, кондитеры, конкурсанты из самых разных направлений показали, на что они способны. Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills и Обилимпикс уже получили свои награды. Все подробности у Елены Красновой. Более 30 тысяч участников со всей страны и 57 компетенций. Дошкольное воспитание, физическая культура, фитнес, туризм и даже кузовной ремонт. Конкурсанты могли проявить себя в самых разных направлениях. Чтобы получить победу, нужно пройти несколько этапов испытания. Все подробности участники узнают только в день проведения экзамена. Виктория Панкова – одна из победительниц конкурса, стала лучшей в спортивном направлении. У нас было 5 заданий. На национальном этапе было достаточно тяжело, мои конкуренты были на высоком уровне. Я очень переживала за это, но подготовка в нашем колледже – это, наверное, самая лучшая подготовка, которая могла быть, потому что на базе нашего колледжа проходили отборочные соревнования, тренировочные сборы. И также в нашем городе находятся главные менеджеры компетенции. Тольяттинцы справились с заданиями на отлично. По итогам финала 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» у Тольятти одна золотая, две серебряные, одна бронзовая медаль и медальон за профессионализм. Победа в этом конкурсе мне дала колоссальный опыт, новые знакомства, как бы повысились мои профессиональные навыки. Сейчас я работаю по профессии и, в принципе, продолжаю углубляться в эту профессию. Победа в этом мероприятии дала мне, как минимум, колоссальный опыт, знакомство с другими людьми. Также я достаточно в этом году побывала в разных местах. И еще меня зовут трудоустраиваться в разные компании. Отличный показатель позволил нашей сборной войти в десятку самых сильных команд России. Сейчас Самарская область занимает 9-е место в рейтинге WorldSkills. Чемпионат WorldSkills, он прежде всего направлен на создание престижа рабочим профессиям. И сегодня в нем участвуют 75 стран мира. Должен сказать, что Самарская область одна из первых в Российской Федерации включилась в эту программу. Это было в 2012 году. Наверное, это очень важно именно с точки зрения молодых людей, чтобы сориентироваться и выбрать профессию по душе. Потому что не важно, чем ты в жизни занимаешься, важно, как ты это делаешь. И очень важно, чтобы профессионализм был на высшем уровне. Тольяттинцы приняли участие и в чемпионате «Обилимпикс», основная миссия которого – социализация и трудоустройство молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Новые времена требуют новых профессий. WorldSkills и «Обилимпикс» – не просто соревнования, это возможность получить хорошую специальность, которая будет востребована на рынке труда. Елена Краснова, Андрей Комиссаров, новости Тольятти.